Приветствую вас. Во-первых, наверное, нужно сказать, что ваш вопрос сам по себе в целом выглядит как будто бы больше ориентирован на эзотерику, нежели чем на психологию, потому что вы спрашиваете, как долго это будет продолжаться, а психологи не отвечают на подобные вопросы, на вопросы о том, как долго будет продолжаться, потому что это зависит от вас. Вот. Как правило, это зависит от вас и только от вас. Поэтому, соответственно, я не думаю, что мы можем знать, как долго это продолжаться будет. Ну, сколько вы хотите, столько это и будет продолжаться. Здесь все зависит от вас. Если вы думаете или полагаете, что это зависит не от вас, но от чего-то еще, то, на мой взгляд, вы ошибаетесь, потому что жизнь ваша и как бы это ни звучало, но лично для меня подобная постановка вопроса выглядит как некоторое такое, знаете, отрицание, я бы сказал, своей ответственности за свою жизнь, ну вот, в данном контексте, вот. И, соответственно, некоторая попытка переложить эту самую ответственность на другого человека, вот, в данном случае, может быть, на психолога, вот, в данном случае, может быть, на других людей, потому что, ну, вот, сами вы можете бояться принимать какие-то решения, вот, и так далее. Да? То есть здесь я бы сказал, что двигаться нужно в сторону личной ответственности. И я бы сказал, что здесь нужно рассматривать вопрос, связанный с личной ответственностью именно вас, именно как бы как вы воспринимаете личную ответственность и берете ли вы ее на себя. Да, потому что, как правило, когда человек не берет личную ответственность на себя, он как бы берет ответственность за других, причем берет эту ответственность за других совершенно бесконтрольно и, в общем-то, вредя достаточно сильно порой сам себе. Дальше. Вы говорите, что живете с мужчиной, который, может, живете с мужчиной, которому нет чувств, мучаете себя и душу. Но при этом мужчина, значит, к которому у вас чувства есть, отказывается от вас. Я бы сказал, что здесь сразу несколько направлений. Первое. Направление. Это то, что вы боитесь, на мой взгляд, близких отношений. Вот. По-настоящему серьезных отношений вы боитесь, как мне кажется. Вот. Собственно, это связано с тем, что бессознательно вы выбираете как раз те отношения, где у вас, ну, где нет чувств и так далее. То есть страх близких отношений, страх близости. Это первое. Это личные границы. Не простроить их. Второе. Это то, что касается ваших потребностей. То есть, ну вот, совершенно очевидно, что вы не можете
быть без мужчины. То есть вам, очевидно, нужно быть с кем-то, да, чтобы что-то. Вот чтобы что-то, ну, нужно выяснить, чтобы что. Вот. Потому что, ну, я надеюсь, вы согласитесь с тем, что есть некоторая противоречивость того, что вы вроде бы с одним мужчиной и сетуете на то, что другой от вас отказывается. Ну, так, может быть, другой от вас отказывается именно потому, что вы не свободны. Вот. Я, понятно, дело не знаю всей как бы хронологии, да, и понятно, что может быть у меня нет всей информации, это скорее всего так, вот, но мне кажется, что это такой достаточно важный момент. Вот, потому что вы сами себя блокируете, получается. Дальше. Та позиция, установка, которая может быть здесь, она, вероятно, звучит следующим образом. В глубине души я чувствую, что или подозреваю, или боюсь, что не достойна любви. Вот. И тот факт, что вы живете с мужчиной, к которому у вас нет чувств, и в какой-то степени тот факт, что вы живете с мужчиной, хотя это безусловно само по себе может не значить ничего, это означает, что у вас занижена самооценка, и что вы себя в какой-то степени обесцениваете. Вот. То есть вы именно что обесцениваете свою цену, свою важность. Почему-то. А, то есть есть вот какие-то ну, основания у вас для этого. Для того, чтобы вот так себе относиться. И, соответственно, на мой взгляд, нужно в первую очередь обратить внимание на эти вещи, на эти моменты, в первую очередь. В первую очередь нужно обратить внимание на то, как вы относитесь к себе сами. Как вы воспринимаете сами себя. Вот. И что вы, ну, например, сами о себе вообще думаете. На мой взгляд, это довольно-таки важно, на мой взгляд, важно, чтобы вы постарались увидеть то, как вы к себе относитесь и как вы себя воспринимаете. Потому что, на мой взгляд, вы пытаетесь на кого-то опереться, вот, на мой взгляд, вы пытаетесь на что-то опереться, на мой взгляд, вы пытаетесь заместить свой ресурсом другого человека, вот, и, в общем-то, становится зависимым. Такая вот получается история. Поэтому вот сам, так сказать, сам посыл, очень нужен ответ на вопрос,
живу с мужчиной, которому нет никаких чувств, мучаю себя и себя и душу, что вы имеете в виду душу, почему вы отделяете себя от души, а того, которому есть чувства, отказывается от меня, что это значит, вы отказываетесь или он отказывается, не очень понятно, как быть в такой ситуации, как быть, чтобы что, я бы поработал со своей ценностью, в первую очередь, и во вторую очередь, наверное, насколько вы видите интерес к себе и к своей жизни, как у вас с этим обстоят дела. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.